Здравствуйте. Вы рады? Вы должны быть рады, что мы копилку свина выбиваем. Сегодня, к счастью, я снимаю вечерком, кто не знает, 20 часов утра. Шутка, ночи. Вечером просто. У нас свин всякие радости дарит. Ничего интересного здесь тоже нет. Тут мне мусор подарил, сейчас я выброшу. Вот так. И пойдемте, пожалуй, дальше. Если я правильно понимаю, то пока не проберемся в свинской город, у нас будет все легко. Я помню, что было легко. В смысле, не было сложно. Было ли легко, я не помню. Ах, черт побери! Вот меня наглецы подставили, а. Давайте, пойдемте. Квадратный лес. Новая локация, которая не новая. О, нет, это опять тот свин броневой. Блин, мне нужна птица мощная, ведь там будет он боссом. Видите, помните того стража? Это босс будет. Нам нужно долбить его как можно лучше. Как можно сильнее. Посильнее. Как же мне выполнить это все? Я возьму синих птиц. Надеюсь, он не убьет их, синих птиц. Вот черт. Давайте бить мелких. Что же? Что же делать-то? Да лучше бить мелких, они кажутся опаснее. Да так чё, нет? Вот так. Здесь они достаточно слабые, чтобы погибнуть. Свиненок, насколько ты слабый? На 3. Так, это чё еще за фигня? Свинка, а ну промахнись. Я могу, конечно, взорваться, но... Нет, потом. Свинка, и ты тоже на 5, да? На 17. А чё я думал, на 5? Вот что... Это за картошка, а? Сейчас я избавлюсь от всех. Вы офигели, что ли? Свинки! А ну-ка. Вот так. Ай-яй. Заметьте, прочный, потому что он со щитком, скорее всего. Хотя нет, вроде написано слабый. Но это что? Ладно, ладно. Сейчас мы, смотрите-ка. Много этапов есть, значит... Сейчас аккуратненько. За это мы класс купить, который... Паладин. Но у меня монеток вроде бы нет. Или есть монетка у меня? Так, вот это чуть получше наверняка. Чувствую, сейчас будет бить, поэтому... Вот так. Давно не пользуюсь, да? Щитком я не пользуюсь, что-то вообще. Нехороший я. Особенно сейчас, когда они усилились на 25%. На 30! Ужас. Потихоньку называется, видите, какой я. Все же, блин, сносит как-то здоровье. Нельзя же так. Вообще нельзя. Еще щит. Скорее всего, он погибнет. Хотя нет, скорее всего, у него щит спадет. Тем более, он не погибнет. Не погибнет. В смысле, погибнет. Погибнет. Все, что ли, картофелился, эй. А, убьем рабочих. Дровосеки. Я думал, это рабочие. А раньше не были рабочими. Те же самые костюмы, но рабочие. Название было. Способности были одинаковые. Так, а ну-ка. Нет. Сохрани перец. Блин, гадкие очень. Ну не надо бить. Это наглость. Уходите. Как же меня от них полностью избавить? Я мог взорвать, да. Сколько он нанесет, кстати? 300.
нахрен не взорвутся просто так? Не захотят взорваться. Да, так они оставляют здоровье. Сколько у них там остается, кстати? После бомба. Он и больше половины сносит. Просто ред такой слабый. Затянуто, да? Хотел вам еще показать сегодня, как в храме золотых свинок. Не так это называется. Называется подземелье приключений. Подземелье. Подземелье загадочный дом. Который называется тоже не так, кстати. Опять ты. Давайте долбить его. Ну, потихоньку долбить, вот так вот. Ну, это, по-моему, тоже прочный. Особо прочный, заметьте, даже еще особее. Каким-то образом я ему половину снес. Что это такое? Не знал такого я. Это что за дубович? Ну-ка, перец мне нужен все же, да. Вот это что за? Ладно, вот так хорошо. Надеюсь, не убьет. Нормально. Не, забьем тихонько, даже без перца. Да, без... Один, какой перец? Чё, какой перец? Вот так. Видите, мощно. Сейчас он убьет. Ну-ну! Вот такой перец, похоже. Если не сможет вылечиться сейчас как-нибудь быстренько. Нет, он, конечно, не до конца вылечится, я надеюсь. Сейчас, стойте. Лечимся мы. Бьем его. Лечение намного ли? А, да, он сильно лечится. Ну, ничего. Копал, кстати, он... Еще есть другое его имя. Леденцовый вояк, кстати, в некоторых называется. В некоторых уровнях. Что это такое? Все? Трехэтапные уровни плохие, длинные, очень жалкие. Плохие. Не люблю трехэтапные уровни. Вон отсюда, уходите, уровни. Да. Квадратный лес называется, наверное, за бревен, которые даются в награде. Ну, может и нет. Что там, босс сейчас будет или потом? А? Вопрос. Вопрос возникает у меня. Нет, похоже, босс еще не здесь. Идемте в подземелье. Ага, замок. Хак, Свинович. И в атаку. А, нет. Вот так. Итак, как вы поняли, наверное, догадались, что здесь будут зомби. Зомби будет достаточно много. Вы знаете, бомбу я взял специально, чтобы... Ой! Я ведь не взял Реда, да? Без него тяжко будет. Но без бомбы тоже, потому что бомба взрывает. Это нам нужно как раз, как больше всего. Надеюсь, получится как-нибудь забить его нормально. Совсем нормально. Очень нормально. Слишком нормально, чтобы было нормально. Слабоватенько, да? Слабовато бьют, но... Здесь босс такой интересный. Хотелось бы показать вам этого босса. Было бы печально, если бы не получилось показать. Все же лечить буду. Этого отравлять все же потом. Ладно, еще позже, чем потом. Можно даже без Реда, можно... А, или нет. Я не помню. Будут какие-то призывательные. Скорее всего, не команд какой-нибудь придет потом. Давайте без перца пока что. У нас, наверное, какие-то призраки, нет? Демоны. Хосты. Ну да, не команд. Как мы знали.
ставим ему тоже 300 здоровья. 400, да? Да, примерно 400. Это Дубович. Они меня бьют как сильные. Сколько у них там? Там. То есть все же... А, зомби. Он будет призывать, надеюсь, он будет призывать слабых, относительно слабых. Сколько у этого? Аф. Тихо, лечимся. Не обязательно забывать. Так, смотрим. Этот взорвется. Этот тоже взорвется. Этот... Этот, если побьем, взорвется. Команд потом взорвется. Вот так. Так, так, так. Нормально, даже не нужно было свинкой. Вы думаете, а почему свин помогает нам? Тот прикол, что ради денег он решил помогать птицам. То есть птицы платят деньги, а свиньи нет. Почему? Фиг знает. Ай-яй, это же этот. Проблема будет в том, что у меня рейда нет, да? А, ну хоть он отравляется, он бьет, вот смотрите, вот так бьет. Слабовато всех, относительно слабовато всех и чуть-чуть других. Да? Отличиться они не смогут. Ни один из них не вылечится никто. Ну, если они не погибнут, конечно. Кого бьет? Кого бьет? Так, лечится, лечится. Аккуратненько, главное, забить их. И лечится перцем, скорее всего. Да, это не обязательно пока что. Так, взорвется. Ты кто? Ты при отравлении взорвешься. После отравления. Да. Либо перчик, или вообще не нужен перчик, слушайте. Как вы думаете? Перчик. Скоро настанет время перчика. Лечение, да? Как вы думаете? На самом деле нет, мы забьем его быстрее. Сейчас мы решим без перчика пройти все снова. Здесь какие-то пройти без перчика. Сейчас все будет, смотрите, сейчас все будет. Все будет сейчас. Сейчас, стойте. Тысяч. Вот, видели? На босса, похоже, лезем мы все. Кто у нас тут? Оу, Ю, это ты. Сигун, который плохой. Из перчика пригодится, так как мы его не пробьем просто. Видите, свин, просто свин даже слабый, просто слабый. И он тупо не пробивается броней, да? Действительно. Если забьем его, так он не возродится. Никаким образом. Ни хитрым, ни хитрым. Нехорошие, да? Особенно Харьковича бьют. Не, надеюсь, забьется нормально. Только лечиться надо первым. Ай-яй, жить, жить. Молодец. Ладно, зато я, наверное, босса вам покажу, все же босса. Доберемся до босса этого. Тыщ. А в том подземелье, которое мы не прошли, которое называется... Как называется подземелье, которое я не прошел? Плавучий свинодом, да. Там босс не особо хороший, просто ведьмовской врач. Вроде бы он так и называется. Который просто, ну... Как и обычный враг такой. Мы его уже видели ранее, когда-то.
Мне сейчас покажете босса, который нас, скорее всего, забьет. Без свинокрякивича тяжко будет. Оба, неожиданно это темный рыцарь, да. Его так зовут, кстати, темный рыцарь. Темный рыцарь. Что, у него способность? У него способность атака световым мечом, да? Светящимся мечом. Не, атака силой, видите, то есть... мощно бьется, заметьте. Сейчас посмотрим еще раз, возможно, он сделает... Он, или он заряжается. Сначала заряжается, да, два хода, а потом взял, видите? Это, конечно, это не меч световой, это лампа. Даже, видите, с розеткой. Она даже не светится еще, увы, к несчастью. И он броневой? И он броневой, кстати. Но кто же это еще? Взял. Что с тобой делать-то, а? Был у меня Ред, я бы защитился, конечно. Поэтому нужно проходить, скорее всего, с друзьями. Ну вот и конец, почти что. Жалко, он сил не покажет. Действительно. Ну а что делать, да? Ничего пока что. Совсем нечего. Ты не укатился, как... Как кто? Оскорбление, нельзя воскрешать. Ну ладно. А вы думали, у нас получится? Нет. Я как подозревал, что тяжело будет. Но зато я вам показал все. Мы сюда не вернемся, скорее всего. Чак-чак-чак. Далее побежали по сюжету. А, нет, стойте. Ведь я ведь забыть совсем об этом. Помните? Мне казалось, было четвертое. И появись. Ура! Появился. Нам класса не хватает немножко для покупки паладина, конечно, но... О, новые костюмы. Новые зелья. Какие? Дорого. Вон отсюда. Видите, пирог улучшен. О! Семена. И лишь одни. Что у нас теперь? Вроде легко. И снова морозный рыцарь. Ошибка, вот тут ледяной рыцарь. Сначала ты. И вот тебя вот так вот. Ха-ха. А чё я не бил... А чё я не взял синих птичек-то? Было бы... А потому что я не знал, кто здесь будет, да? Давайте попробуем брать на одноэлементные этапы. На... Чё? На одноэтапные уровни. На синих птичек, а? Чтобы было весело. То есть, кстати, никакой энергии нет. Кстати, я видел китайскую версию. Там... Да, для китайской версии... Гиберт Эпик изменили, там добавили, знаете что? Там добавили энергию. То есть, чтобы играть, нужна энергия. Вот так. А еще там есть третий тип артефактов. То есть, как вы знаете, там... Тут у нас есть... То есть, атакующее оружие, защитное оружие. А там еще есть какие-то... Так называемые... ожерелья. Вот. Но это китайская версия, там все запутано, как всегда. Похоже на китайскую версию ПВЗ 2. Там тоже... Ленится сделать нормальную анимацию. Но это не интересно, там ничего нового, к счастью, нет. Ну, кроме того, что я сказал только что. А, да, броня, я совсем забыть об этом. Кое-как, кое-как. Ты дыщ, тадах. Ну а что вы ждали? Думали три? Три или не три, решать не вам. Вот так.
Свинёк, да, свинок, значит. Свин-страж? Стражник? Охраняющий проход. Тот, кто не пройдет. Да, смотрите, он прям на уровень встал. Для такого мне потребуются особые свойства. Пожалуй, мне стоит вернуться туда, откуда мы и начинали. То есть вот это взять, класс второй. Хоть ослабление, но все равно. Что это такое? Это что такое? А, ну да, я не прошел. Сегодня понедельник. Остальные понедельники, они просто не пройдены. Жалко. Как же я умудрился пройти предыдущие? А, по-моему, я прошел первое подземелье с зельями, да? Зельевар такой, да. Давайте дальше. Квадратный. Стойте. Тыщ или нет? Хм, как же мне поступить-то? Нет. Ну нет. Ладно, я вот так возьму. Зачем я изменил класс бомбу, а? Зачем? Бу-бу-бу. И вот, посмотрите, тот, кто убил, насадил короля на кол. Убийца королей. Итак, он, смотрите... А, ну да. Смотрите, зарядка через 3 ходов совершает 3 атаку. То есть 3 атаки? Серьезно, 3 атаки? Я не помню, действительно, так это или шутка? В общем, он восстанавливает удар при уроне. Восстанавливает здоровье. При атаке. Оу. Итак, смотрите, и 5 броневой. Что будем делать с тобой? Давайте попробуем защитить сначала. Я забыл, как с ним бороться нормально. А, он же только заряжается и совершает атаку. То есть нам щиты ставить бесполезно пока что. Броневой. Оглушен. Кстати, такой класс давали в события на День Святого Валентина синеньким, которые позволяли снимать процент зарядки вот этой. Получится ли? Нормально, смотрите, он даже... В смысле, он, как видите, не восстановил здоровье полностью, то есть забить можно. Если будет только бить его. Но вполне хватит. Для уничтожения, надеюсь. Опять долго, как терем елку ест. Но все равно. Получится, видите, получается. А вот это подлость атаковать. Одну и ту же птицу мгновенно, разом. Нехорошо. Чувствуете? Нехорошесть в этом чё-то. Поэтому мне придется предъявить к себе... Нет, не ко мне. К другим крайние меры. Знаете, какие? Думаете, снова такой перцем? Нет! Стойте, сколько у них здоровья-то? 200... Столько-то... 500. Да, он, конечно, перцем мощнее атакует. Это я зря, кстати, не травил. Поросенка. Без ряда здесь никуда пока что, видите, не пройти. Противный свин. Но через 1000 лет победим, конечно. Как видите. Всего лишь 1000, вы дождетесь, я надеюсь. У меня наполовину снесена жизни, да? Так ведь вы это думаете? Опять, да? Это ты снова, свин? Офигел, картошка? Давайте. Лечение. Копчение. Сохранение. А,
кстати, кто это? Страж свиной, королевский охранник, да. Он, кстати, будет потом появляться, но в качестве не босса, понимаете? В качестве не боссов, просто так вот. Нужно будет попроще. О, мы оглушили кого-то. Свина, скорее всего. Ах. А вы знаете, когда... Помните, а что я бы делал здесь без способности? Если бы... Ведь раньше было сложнее, помните? Я вам говорил, что раньше было сложнее, да? Говорил, поэтому раньше было сложнее. Я прошел это, когда было сложно. Ух ты. Ой, я хороший. Ура. Как свин? И так свин. Везде свин, да? Токсин какой-то. Ну, в смысле, такси. Свиной такси. Хотел сказать... По-другому не получилось. Жалко. Ты дыш! Чем не плюются? Ядовитым пушком? Проверка. Чем-то дымовым, видите? Ща все будет. Тупой стражник, да? В смысле, что он атакует так тупо? Смысл так, а? Видимо, у него особый такой принцип. Он, видите, он сначала... Его можно бить и бить. То есть он такой стоит на месте, его бьют, бьют. Он такой копит силы, а потом тыщ, тыщ, тыщ всех отшмякивает. Отшмякивает. Ты будешь готов ли сегодня, а? Ба-бам! Конечно. Деньги. Оставлены какие-нибудь классы. Оскорбление. Поздравление. Монетки. Вот и все, страж побежен. Фак не стану. Уходите, обезьяны. Король вышел из города. Зачем? Па-бам! Ну вот чё? Как так не попали? Они ж не попадают! Что вы будете делать? Они ж кривые. Ой. И в итоге у нас, смотрите, проблема. Нужно плыть туда. А пока? Это пока.